Все, ребятки, уже дровосточки такие. Давайте все. Бусинка, конечно, их ревнует к нам. Белая. Уже месяц и 10 дней. Ну, весом давит, весом задавливает малыша. Эти саки сейчас у нас вот везде. Это кошмар. Пальцы не грозят. Ужас. Ах, ты же блин. Плохо. Белка мне грызет пальцы. Ай. Белка тоже дорвалась. Хвостики Мандельяна срезать. Ай! Белка, ты шо? Дурочка, больно же мне. Кот. Замочил его, замочил кот. Пусть остынет сейчас. Нет, в принципе, уже можно. А ну, дети. Белка. Малыш, попробуй. Вкусняха. Ой. Давай, белка, кушать будешь? Ой, белка, господи, брошка. А ну, плохо. А ну, попробуй. Ну, попробуй. Вкусняха. Не, не хотят. Руки мне лижут, после корма лижут. Так, ленивица идет. А, вот так больно вообще грызут пальцы, это кошмар. Ну, нормально ничего не хорошо видит. Иногда они вот там гуси берут. Но сухой не могут. Разгрызть еще невозможно. Получается. Да, наверное, есть не хочет. С утра было, но корма не доели его, я им еще насыпал. Вот сейчас они что-то не хотят. Не хотят.
Брюхо самое тяжелое. Вчера весили их. Значит, брошка, она... Значит, брошка, она где-то 900 грамм. 900, 880. Значит, мальчик, ой, девочка вот белая, 770, что-то такое, 780. И малой 600. Короче, около 700, около 800 и около 900. По 100 грамм разницы. Ну, так скажу, потому что броха, она просто очень много ест. За всеми доедает, все везде доедает. А этот тоже сейчас немного начал есть, но все равно малой. Все равно малой. Ну и белка, в принципе, нормально она питается. Так, отстань! Начали пеленку. Нельзя пеленку. Иди сюда. Иди сюда. Так, Бруха, отстань с моих тапок. Разрезали мне уже все тапки. Ты. Моя. Ай. Ай. Дура, больно мне. Брошка. Ай. Пальцы. Плохо. Так отстанет моих тапок, и все, к тапкам сразу валит. Так, ну ладно. В общем, вот такие они. Кабанчики в месяц и 10 дней. Сейчас тебя завалит.